Всем доброго времени суток, с вами Виктор Князев, автор блога «Начинающим пользователям компьютера». И сегодня мы с вами научимся скачивать понравившуюся нам музыку из социальной сети ВКонтакте. Для этого по ссылочке, которая есть ниже в моей статье под этим видео, заходим на страничку программы VK Server и скачиваем ее себе на компьютер. Это небольшая программа, которая позволит нам скачивать на свой компьютер любую музыку из социальной сети ВКонтакте. Итак, наш файл скачан. Сейчас мы его будем устанавливать. Так, заходим в папку, куда мы скачали эту программу, и запускаем ее. Запускается она обычным действием. Установить. И здесь нам предлагают, если у нас открыты какие-то окна в браузере, то нам их необходимо закрыть, иначе программа не будет установлена. Закрываем эти окна. И тогда у нас появляется возможность установить эту программу далее. Здесь ставим настройки параметров, убираем ненужные для нас в данный момент, для меня, во всяком случае, эти элементы Яндекса, они у меня же все стоят, то, что мне необходимо. Нажимаем «Установить». И здесь убираем также Яндекс браузер и нажимаем «Установить далее». Идет установка, и вот программа уже установлена. Говорим ОК. Нас сразу перебрасывает на группу ВКонтакте. То есть у меня уже я зашел в свою группу ВКонтакте. И теперь мы с вами можем, зайдя во вкладочку «Музыка», найти понравившуюся нам мелодию, песню или все что угодно и скачать себе ее на компьютер. Допустим, мы хотим скачать эту песню. Нажимаем вот сюда на эту стрелочку. Открывается у нас новое окно. И здесь правой мышечкой, вот на этом красном окне «Скачать», «Сохранить объект как». Здесь мы с вами указываем место, куда он будет сохранен. И эта мелодия скачивается на наш компьютер. Мы заходим в эту папочку, слушаем скачанную нами музыку. Вот таким образом мы с вами установили программу. И теперь любую мелодию мы можем скачать на наш компьютер. Для тех, кто хочет более детально изучить свой компьютер и узнать о других его возможностях, для этого есть мой видеокурс «Компьютерным чайником нет». Ссылочка на него находится в этом видео и под ним. Переходите, знакомьтесь, и до новых встреч. С вами был Виктор Князев.